Здравствуйте, меня зовут Георгий Черданцев. Вместе со мной этот матч для вас будет комментировать Константин Генич. Многие называют этот матч главным российским дерби, хотя болельщики «Зенита» с этим не согласны. Но для поклонников «Спартака» и «ЦСКА» нет ничего более важного, чем противостояние этих двух команд. Две самые популярные команды России, два непримиримых соперника в матчах «Спартак-ЦСКА» всегда жарко, и сегодняшний матч точно не станет исключением, даже не сомневайтесь. И смотрим на состав ЦСКА. Ставку на полузащиту делает эта команда. Схема 4-5-1 и очень насыщенная средняя линия здесь, как мы видим. Смотрим состав «Спартака». Построение 4-3-3, очень гибкая схема, но в любом случае нужны очень сильные крайние футболисты. Московский ЦСКА в последние годы несколько раз становился чемпионом страны и стабильно участвует в Еврокубке. В общем, ЦСКА очень правильный, серьезный и солидный клуб. И неудивительно, что он является одним из лидеров российского футбола. Команды начинают эту игру. Поехали. Из-за боковой игрок ЦСКА ведет мяч в игру. Георгий Щенин. Кирилл Набат. Назначает штрафной. Карточка вряд ли последняя. Андрей Ещенко. Марио Фернандес. Кирилл Набат. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Совсем не обязательная потеря. Очень расчетливый пас получился. Прямо вау. Набат. И пошла передача. От углового флажка ЦСКА ведет мяч в игру. Это фол, мяч попал в руку.
В сегодняшнем матче встречаются две равные по силам команды. Каждая из них имеет шансы на успех. Ну и, конечно, каждая из них постарается выиграть. Явно поторопился он с навесом. Там же никого нет. Опасный штрафной. Штрафной удар. А ведь были хорошие шансы разыграть эту комбинацию до конца. Да, по-моему, этот парень сам не сомневался, что будет гол. Посмотрим за этой атакой. Он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Армейцы отобрали мяч. Пас на фланге, но защита на месте и передача не проходит. Марио Фернандес. Удар! Опасно! Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. Мяч летит в штрафную площадь. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точно. Мяч ушел за пределы поля. Будет удар от ворот. А вот и повтор опасного момента. Назад. Что же, иногда и так приходится играть. Марио Фернандес. Андрей Ещенко.
3 минуты будет добавлено. Марио Фернандес продолжает владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Жарко у ворот. И что это? Гол! Гол! Нет гола. Положение вне игры. В отличие от арбитра, у нас есть возможность разобраться в эпизоде. Да, лайнсман очень грамотно разобрался в этой ситуации. Но и негодование игрока можно понять. В офсайд, что называется, он забрался мизерно. Уходит команда на перерыв. Говорим об этом буднично, потому что очень буднично. Нулевой счет. Невероятно захватывающий тайм мы посмотрели. Я чуть не успел. Знаешь, Георгий, нам такой футбол не нужен. И если бы не судья, давший свисток на перерыв, я бы тоже заснул. Жарко у ворот. И что это? Гол! Второй тайм начался. Мяч у ЦСКА. Марио Фернандес. Кирилл на бабки. Отлично сыграно. Надо решать. Георгий Щенин. Навес не получился, защитник сыграл хорошо. Но теперь все зависит от того, как он подаст этот мяч. Еще один угловой. Скоро на поле появится новый игрок, замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Георгий Щенин. Есть варианты для паса. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Опасно! Вот потому что такие моменты не реализуются, на табло у нас и ничейный счет. Серьезные тактические изменения сейчас произойдут. Тренер бросает в бой сразу двух новых игроков.
Ещенко. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Можно играть дальше, считает арбитр. Есть варианты, куда сделать пас. А тренер хозяев тем временем готовит замену. Игрок уже у кромки поля, ждет отмашки арбитра. Андрей Ещенко. И вот мяч вернулся к армейцам. Георгий Щенник. Не прошла эта передача мяч у соперника. Армейцы атакуют. Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Лоренцо Мельгаре. Алан Загоя. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Марио Фернандес. Кирилл Набат. Ждем навес. Замена в составе ЦСКА. Георгий Щенник. Перехват в центральной зоне. Лоренцо Мельгаре. Забивать надо! Пять минут до конца основного времени матча. Счет равный. Лоренцо Мельгаре. Георгий Щенник. Марио Фернандес. Тут может что-то получиться. Отличный кросс. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Решил пробить. Оказалось недостаточно, чтобы выявить победителя.
Жарко у ворот. И что это? Гол!